А, не слазь. Теран нас ждет. Смотрим, что произойдет. В рамках этой супер рубрики мы уже выяснили, что если стараться перехитрить совсем жестко, запротаться хоть кого-то, то ты, скорее всего, можешь проиграть. Если просто ровненько все делать, протс очень силен. Показываем именно хорошие стратегии. Ну что, дело-то отменяется у нас или нет? Сделать у нас отменяется. Ставим Nexus и чувствуем себя замечательно. Теперь у нас идет сталкер. Продолжаем строить пробок. Как только есть соточка, сразу пилон. Еще один сталкер. Погнали, посмотрим, что там происходит. Да, очень безопасная ЦЦшка. Очень быстрая вот эта штука. Я думаю, можно похалявить. Можно похалявить. Не вижу прям угрозы. Занимать третий. Ну, здесь все будет так, весьма это, как я понимаю, аккуратненько. Посмотрим, защита от воздуха уже есть. То вообще, возможно, мех будет. Ага, я понял. Да, это очень возможно, что будет мех. Мы поставим обсервера вот сюда вот. И будем подсматривать. Возможно, еще... Вот так вот пролетим. То есть пока мы не видим, что у него есть хоть какие-то юниты, чтобы он мог выйти, так сказать, и нас
начать напрягать, мы поэтому сильно и не напрягаемся. Вот видим, что наконец здесь какое-то здание появляется. Смотрим, это старпорт. Желательно встать вот так вот нагло, чтобы понять, что будет за пристройка на старпорте. И опять же, то есть если это мех, то мы развиваем против меха свою экономику. То есть нам надо полностью развить свою экономику, полностью прохалявить. Чуть вперед, об севером раз. Сталкеров на Зелнаге. Блинк чардж. Пока что удлинение колосса нам не надо. Вот эта армия будет, пускай разобьет здесь что-нибудь. А этот парень пускай идет сюда следить. У нас в итоге такая хорошая будет установочка на всю карту. Ну и сразу ставим четвертую. Что нам мелочиться-то, да? Готовимся немножко. Сделаем 6 гейтов. Сделаем апгрейды, все, что надо. И возможно, возможно, сейчас мы... Сделаем переход в воздух. Очень резкий переход в воздух. После даварпа 6 гитов архонов. Длина колодца мне не надо. Мне нужен один сталкер с блинком, чтобы он пошел и посмотрел, есть у него там база какая-нибудь или нет. Возможно, вот такая вот разведочка, чтобы прошла. У нас сейчас максимально есть разведка. У нас на каждой базе есть юниты. Ну и типа в самый ответственный момент я просто нажимаю F2 таким образом. Как бы очень все отлично будем чувствовать. Да, видим, что это мех. Четкий мех, да. То есть уже можно начинать делать кибернетки, апгрейды на воздух. Вот. И отсюда перевести лишних на газы. Делаем против меха вот так вот. Вот так вот. Этот сталкер будет стоять, его возможно, он будет его напрягать в какой-то момент. Так, нам просто такого меха надо конкретно будет. Бикон. Так, отличная попытка с двух сторон напасть. Не сегодня, бро, как говорится. Продолжаем занимать наши позиции. И мех мы будем выбивать этими темпестами, естественно.
То есть самое главное сейчас понять, как нам тратить. Минерал. На это нам надо гейток чуть побольше, потому что у нас инкам очень огромный. И, естественно, на каждой базе фотонок вот так вот должно быть. Потому что мины могут прийти по, ну, откуда угодно. Лучше от мин, ну, просто не проигрывать, чем проигрывать, я думаю, логично, да? Так, атака, щиты уже начинаем делать. Уже появляются у нас эти штуки. Делаем скорость апсов. Вот такой вот у нас будет грейд. Сталкеров вот этих убираем из группы. Апсов убираем из группы. И погнали, посмотрим, посражаемся. А вот этих апсов берем в группу. Давайте аккуратненько. Очень интересный у него состав, конечно. Но у нас, в принципе, есть все, чтобы сражаться с минами. И у нас есть давар. Очень сильный давар. Ага, очень интересно, очень интересно. Наша задача сейчас не давать ему экономику развивать. Идем на эту его новую базу. То есть мы все армии двигаемся на эту базу. Тем временем зилки будут постоянно отвлекать с другой стороны. Примерно такой план. Сейчас зилочки здесь с армией начинают воевать с танками, да, со всей этой ерундой. Здесь мы говорим пока вот этим рабочим, в принципе. Все, и главная база ему не давать. Ну, а сами мы, естественно, можем их смело занимать. Оп. Небольшие потери. И ГГ.